Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Вы знаете, у меня сегодня было невероятно прекрасное утро, чем я и спешу с вами поделиться. Сегодняшнее утро для меня особенно, потому что сегодня мне наконец-то никуда не надо спешить. У меня ничего особенного в плане дел каких-то не ждет, я никуда не спешу и могу провести сегодняшнее утро вот очень спокойно, умиротворенно. Пока все спят, еще не началась вот эта вот дневная суета, какое-то движение, спешка, какие-то дела. Вот эти утренние часы, они мои одни из самых любимых часов. Это время, когда я могу уделить немного времени себе, для себя и сделать что-то, что лично меня радует, а сегодня я могу сделать это совершенно никуда не спеша. И вот сегодня лично я позволила себе провести утро отдыха такого, когда тебе ничего, совершенно ничего не надо делать, когда нету слова «надо», когда слово «надо» отходит на задний план, и ты спокойно себе расслабляешься, и тебя ничего не напрягает, никакие вот эти мысли, что, блин, я сейчас лежу, а мне надо будет что-то сделать, вот их всего нету, и это такие моменты просто расслабления. И сегодня я себе позволила побыть некоторое время в этом вот моменте расслабления, в моменте ничего не делания. Не знаю, как у вас, но для меня это очень такие редкие минуты, редкие моменты, когда я ничего не делаю совершенно и просто расслабляюсь. Позволить себе просто посмотреть в окно, понаблюдать за восходом солнца, за движением тучек на небе, за тем, как люди там куда-то идут, кто-то куда-то бежит, у кого-то какие-то дела, это вот за этим просто понаблюдать, провести какие-то такие минуты покоя, позволить себе ничего не делать, расслабиться и просто понаблюдать за собой, что ты чувствуешь, понаблюдать за окружением. И, соответственно, ничего не делать и никак не напрягаться. Для меня, опять-таки, это редкие моменты, но очень такие заряжающие, потому что, побыв какое-то время вот так в себе, с собой, или делая то, что я хочу. Например, я сегодня послушала долгожданный вебинар, которого я долго ждала, и никак не было времени его переслушать. Или там я еще сегодня себе позволила сделать там зарядку, физические упражнения, которые тоже давно не делали, обычно утром не хватает на них времени, а здесь вот у меня было какое-то время, которое я могу полностью посвятить себе, могу ничего не делать, могу сделать то, чего давно хотела, но никак не было времени, могу какое-то вот это время посвятить только себе, абсолютно не напрягаясь никакими задними мыслями о том, что там меня кто-то ждет, где-то что-то мне надо сделать и так далее. И это очень замечательные, замечательные промежутки времени, и даже если это каких-то 5 минут, то лично меня они очень заряжают, потому что ты вот позволил себе побыть собой, сделать то, что тебе надо, удовлетворить какие-то свои потребности, побыть наедине с собой. И этого хватает для того, чтобы потом целый день уже заниматься тем, что надо вернуться в обычный темп жизни и сделать то, там, что ты там планировал, хотел или что необходимо сделать. Но вот эти утром 5-10 минут, полчаса, час, у меня их сегодня было больше, у меня было около часа своего времени, может быть, даже еще больше, вот они очень заряжают и вдохновляют на продуктивный день после. Поэтому позволяйте себе какие-то моменты ничего не делания, разрешайте себе отдохнуть, насладиться моментом, насладиться состоянием, тем, в котором вы сейчас находитесь, отдохнуть и перезарядиться такими коротенькими промежутками. И посмотрите, как это вас вдохновит и наполнит на потом продуктивный день. С вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудрец-Воронцов. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.